Всем привет, у микрофона я Стриж. Как-то вечером, общаясь в Дискорде, мы решили посмотреть, что находится в спам-группе комментариев под моими роликами, и нашел вот это. Надоели нубы РП-сервера, на которых вас считают за шлак? У нас есть к вам предложение. Атланты ролеплей – это то, что вы давно так искали. Частые обновления, приятная игровая атмосфера, качественный мод и отзывчивая и хорошая администрация не оставят вас равнодушными. Казалось бы, идеальный проект, судя по таким словам. Но кто в 2020 году верит на слово? Давайте проверим, идеален ли этот проект так, как описан в комментарии этого человека. Погнали. Ай, как у меня ухи болят. Все, я авторизовался. Какая сложная регистрация здесь. Ой, ну хоть скины не бомжатские, уже хорошо. Подожди секунду, подожди. Здорово, Стриж. Hello. Здорово, Стриж. Привет, я вот тут видос снимаю. Да, видос снимаешь, а почем видос, да. Как видос называется? Играем Full RP на гамбите. Да? 2021. Просто... О, забив! Ты видишь мероприятие? Забив! Виктор Незабудка закрыл телепорт на мероприятие забив. А можно поучаствовать на этом мероприятии забив? Смотри, смотри, смотри. Пошел нахуй! Ой, бандюга. Гамбит 2021. Да. А тут дом. Вот так будет, короче, гамбит выглядеть в 2021 году в натуре. Гамбит. А что тут сделать надо? Точкару. Кто это? О, Иван. Ой, блядь, наебали в жопу! Не могу двигаться! Нифига у меня такой блатной со скином. Че они в Америке тут делают? 28 лямов заработал. Ууу, ты шу. Погоди, почти, ты справился почти... с задачей, перевез контрабандный товар через границу. Держи свои деньги за работу, забудь, что видел и проваливай, пока я не крохнул тебя. Прикинь, тут смена ника стоит 10 тысяч доната. Сколько? Игровые привилегии. О. О, приобрести лицензии. Я лицензии купил за 3 тысячи. И вот, и там получается, это был мой первый... О, открыть телепорт на забив. Забив, забив, погоди, блин. Забив, погнали, забив. Погнали, погнали, погнали. Ой, что так... Бабок много. А ты где? А. Так, а ты где? А, здорово, Никита Стриж. Меня приняли в банду какую-то. Ты что, бандит теперь? Капец, у тебя карьерный рост быстрый. И борода появилась. Подожди, дай попью. Я попил. Че ты ура пишешь? Че ты радуешься-то, я не понимаю. Блин, папка бегает быстро, смотри. Слышь, я тебе предложил. Че? Че мне предложил? А. Вы как будто сиамские близнецы. Ты видишь это? Ты чё, офигел, мразь? Чё, оборзел, реально? Всё, а, помогай, 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 помогай! За мной бабка бежит! За мной баб, две бабки бежит! Подожди, я хочу тебя найти. Где я вообще? О, тут байк есть. Меня убили. У меня мотоцикл есть. А за что мне две звезды дали? За убийство. За какое убийство? Мен. Куда? О, блядь! Снял дубинку с поясного держателя. Мочи, пидора! Пустынный орёл! Достал пистолет, пустынный орел из кобуры. О, кстати, я же в розыске, сейчас он за нами погонится, наверное. Добрый день. Я на собеседовании. Вход что, через парковку? Он меня проверяет, давай иди на парковку сюда.
Пику-пику-пику. А там же в паспорте будет. Да вообще посрать. Я не думаю, что он будет проверять это. Очередь встал. Паркур на парковке, господи. Я на собеседование. Интересно, в жизни так же? Что такое РП? РП это игра параллель. Ваши лицензии. Ты купил лицензии себе через донат? Сейчас проведу тест на слух. Тест на что? Хорошо. Сядьте. Я помню это. Встань. Кажется, чат. Хорошо. Прикинь, такой в реальной жизни такой записываешь в академию полиции. На парковку. На парковке сядьте, пожалуйста. Я не знаю, что еще написать. Твой кал. Террорист-контрабандист. Блин, мне так нравится его ник. Астон Мартин. А почему в СМС, а нельзя, типа? Эх, я бы ответил. Не могу СМС. Я бы ответил. Че он улыбается? Что это за... Что хорошо? Это же... Он... Ты же написал в службе. А я, короче, отыгрывал, типа, сразу одеваю форму. Ура! Прям на месте. Да? Да. О, все, вступи. Ой. Я мужской скин взял, блинский, блин. Качественно так, сделал. Я, короче, поехал в гетто. А ты где? Стой, я вот он. Стой, меня я подожди. Я в гетто еду. Где ты? Я сзади. А, вижу. Как и всегда. Короче, а что ты на машине? Че я на машине? Подожди, а так нельзя же на нубрп в гетто. Мне посрать. Я фулл рп пацан. Ты что творишь? Вон, бандос. Давай, арестуй. Где бандос? Где он? Это что? Давай просто за... Сейчас, погоди. А, вот началось. Давай начинай. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Я РП хотел отыграть с ним. Да он убежал. Погоди, он сейчас вернется и нас расстреляет. Поехали отсюда. Нет, пошли к другим. На, ой. Он в меня стреляет! Помогай! Ой, обезьяна! Помогай! Блин! Дальше Дане пришлось идти, а я в итоге слился в перестрелке с этими бандюками. Если вам понравился ролик такого формата, то обязательно поставь лайк и напиши комментарий об этом. Кстати, ты можешь посоветовать, где нам с Даней поиграть на NoobRP. И кстати, ты можешь еще придумать название для этой рубрики, если она вообще будет дальше существовать. Но это все зависит только от вас. У микрофона был Стриж, удачи, амигасы!